вами я, Кира. Сегодня я хочу приготовить пасту с креветками. Естественно, я увидела в интернете и не смогла сдержаться. Мне вообще нельзя смотреть никакие паблики про еду. Рич, это совсем не тебе подготовлено. Ты только что поужинал. Вот, и посмотрите, что делает. Как подпрыгивает, а? Так, нам понадобится сыр, ну, желательно какой-то, конечно, твердый. Ну, вот я взяла по акции, по 139 рублей, монастырский, не знаю, ни разу такой не брала. Ну, какие-то специи, неважно, на ваш вкус, я взяла укропчик, креветочки, вот такие вот. Я купила креветочки, мы их просто почистим. Значит, паста, спагетти как бы, да, нужно. Ну, я сделаю вот с такими вот, подождите, это я не то достала, я с другими хотела. Ну-ка. Ребята, я вот с этими хотела сделать. Вот с этими я сделаю. С завитушками вот такими вот сделаю. Так, нужны сливки. Сливки были нужны 20%, но они стоят аж под 300 рублей, 287 я посмотрела, вот, поэтому я взяла 10%, я думаю, особо разницы, ну, конечно, будет, но, ладно, сойдет так. И нам нужен будет чесночок. Так, воду я уже поставила на вот эти вот рожки, да, и сейчас мы будем резать чесночок, его будем поджаривать, потом его как слегка поджарим, сразу же поджариваем креветочки. Что ты лаешь? Ты только что покушал. Мне не надо лапу. Ну, молодец. Мне лапу не надо. Я сейчас буду готовить себе. Ты уже покушал. Рич, ты покушал. Все, хватит. Вот, я порезала чесночок. От креветок тут вообще ничего не осталось практически. Натерла сыр. Так, а сейчас мы с вами будем поджаривать чесночок изначально. Так, Рич, ты у меня там не съешь. Как только он чуть-чуть поджарится, мы закидываем туда креветки. Так, чуть-чуть поджарился и закидываем сюда наши креветки. Так, Рич, ты сейчас получишь по жопе. Все это дело перемешиваем. Быстренько. Еще слегка поджариваем. Одна даже тут это с хвостиком. Даже две. Так. Надо побольше огонь, наверное, чтобы побыстрее поджарилось это дело. Так. Это пока замешаем. Так, ну, в принципе, все, чуть-чуть поджарилось. И сейчас заливаем сюда с вами сливки. У меня 10%, как я и говорила. Ну, вообще, должно быть 20. Ну, ладно. Так, я думаю, сколько? Вот так достаточно. Вот так достаточно будет. Все это дело перемешиваем. Вот сливки, и сейчас мы засыпаем сюда сыр. Сразу же, как налили сливки, засыпаем сюда сыр. Вот. Все это дело перемешиваем. Так, сыра. Блин, наверное, сыра мало еще надо было, хотя нет, наверное, достаточно. Сейчас он пока расплавится. Вот, и сейчас мы засыпаем сюда нашу пасту, которую мы отварили. Засыпали сюда пасту уже, которую отварили. И я вам скажу, очень-очень вкусно получается. Не знаю, как это выглядит. Но на запах это просто офигенно, да. Рожек немножечко много, да, надо было бы и креветок побольше сюда
Ну нет, это топчик, ребят. Это прям, ой, что-то выскочило. Ну-ка попробуем, попробуем. Это очень вкусно. Сыр, сливки. Я много не солила, потому что сыр соленый. В общем, это обалденно. Мне кажется, это будет очень-очень вкусно. В общем, вот такое вот блюдо у нас получилось. Бегу на работу. Неожиданно сегодня хотела пойти в зал, в сауну сходить. Но вот так неожиданно заявочка. Всегда, кстати, так бывает, когда строишь планы. Вот, но это очень-очень хорошо. Это очень-очень хорошо. Вот, покушала я вчера, кстати, очень вкусно. У меня, короче, петличка перестала что-то работать. И там в итоге звук не записался. И сейчас петличка вообще у меня не работает. Вот заказала новую. Так что сразу говорю, вчера то, что я готовила, очень вкусно, всем рекомендую. Так, все, я уже подхожу. Да ладно, не пугайтесь, ребят, это я. В общем, сегодня отработала, вообще классно. Но и очень тяжело. Думаю, справлюсь за 2 часа, а в итоге 4,5 часа, 5 часов практически. И там было очень сложно. Вот. Так что еще, кстати, после работы с детьми ходила. Там нужно было купить кое-что из одежды, из обуви. Вот, сейчас пришла. Все, немножечко надо кайфануть. Представляю, ребят, сколько будет работы после новогодних праздников. Это же будет просто жесть. В общем, все будут отдыхать, а я буду работать. Я, кстати, очень-очень этого жду, этих дней, потому что надо будет же за всеми убирать. Кто-то снимает, да, кто-то там в гостинице или где-то, я не знаю, банкеты всякие, залы. Работы будет, в общем, куча. Так что, ребят, вот. А если хотите помочь донатикам, то я буду очень-очень благодарна. Все ссылочки в описании. Ну все, ребят, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Также не забывайте про мой Бусти. Все ссылочки в закрепленном комментарии. Я всех очень-очень сильно люблю. Пока-пока.